Подобного тебе.
Pnienia fire. O Mashiach, O Mashiach, Alleluia. Видно тебя, Господь, радости наслаждение. Быть с тобой, Отец, любящий Отец. Ты всегда со мной. Радость моя, сила, надежда и упование. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Амен, амен, благослови. Превознес над судом, ты возвращаешься.
разлюбил меня и ввел в свой дом небесный храм. Милости твоей полна вся земля, и милости твоей полна жизнь моя, Отец. Милость свою ты превознес над судом, ты возлюбил меня и вел меня в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, от беды. Спас меня от беды, ты спас меня, ты оправдал, освободил от вины, от беды, спас. Милости твоей полна вся земля, милости твоей полна жизнь моя, милость свою ты превознес над судом. Возлюбил меня, ты ввел меня в свой дом, небесный дом. Милости твоей полна вся земля, милости твоей полна жизнь моя. Господи, Господь, слава, аллилуйя, Царь, Царь, Господи, Господь, слава, аллилуйя, Иисус наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус, Амашиах, слава. Слава, аллилуйя, Иешу, Машиах, слава, аллилуйя, Царь Царей, Господи, Господь, слава, аллилуйя, Царь Царей, Господи, Господь, слава, аллилуйя, Иешу, Машиах, слава, аллилуйя, Иешу, Машиах, слава, аллилуйя, Иешу, Машиах, слава, аллилуйя, Иешу. Хамашиах, слава, аллилуйя. Я взойду, я взойду на твою святую гору, на твою святую гору, где течет слава. Своей любви воскурю.
shalom aleichem. Even shalom aleichem. Even shalom aleichem. Even shalom. Shalom aleichem. Шалом. Вот, друзья, идет война, да? Видите сзади меня по телевизору кадры военные. А мы поем мир. И более того, мы пребываем в этом мире. И дело не только в том, что вот сейчас надо мной не летят снаряды. Надо мной и снаряды летали. Я тут в Израиле пережил уже несколько войн. Они взрывались рядом. Вот, дело не в этом. Дело в том, что... С Богом человеку ничего не страшно. Ну, об этом так Бог говорит. Вот, и поэтому мы стараемся упрощать свое призвание, верующие, упрощать свое призвание быть с Богом, быть в Боге, держаться за Него верой. Это требует усилий определенных, это требует молитв, это требует дисциплинированности человека, которой порой у нас не хватает. Но опять-таки мы в этом тоже уповаем на Бога. Уже сам человек не может ничего сделать для Бога и для Его Царства. Но все должно делать с Богом. Жить для Него, дышать для Него, ходить для Него перед Ним. Такова часть верующих людей, такова их участь. Бог сотворил человека именно для этой цели. А то, что многие люди живут для себя, а не для Бога, это, скажем так, это их недостаток, это их проблема. Это вот то, что им пока не открыто. Но нам-то открыто. Нам-то открыто. Сегодня, друзья, вместо обычного чтения Библии, я хотел бы поговорить на тему, поднять тему споров. Потому что нередко верующим приходится принимать участие в спорах. И эти споры, к сожалению, нередко заканчиваются плачевно. И по поводу споров существуют различные мнения. Вот, например, апостол Павел говорил, что у нас, у верующих, нет обычая спорить. Отец, ты благослови, пожалуйста, это общение, это слово. Ты веди меня в этом во имя Иисуса Христа. И помоги познать твою истину в этой теме. Раскрой, Господи, Твои мысли ради славы Твоей, Господи, во имя Иисуса Христа. Итак, как нам относиться к спорам? Хорошо это или плохо? И для чего вообще нужны споры? Павел говорил, что у нас среди верующих нет обычая спорить. Но в то же время существует другая точка зрения. Вот в миру говорят, что
в споре рождается истина, так тоже прав. И как вообще нам относиться к спорам, и что такое спор, друзья? Спор – это столкновение двух различных точек зрения на один и тот же вопрос, на один и тот же момент. Столкновение двух различных, двух или более различных точек зрения, потому что в споре может участвовать несколько человек, трое, четверо. У каждого будет свое мнение. Где два еврея, там три мнения, да, говорят. Вот. Но есть нечто в споре, что не позволяет быть категоричным. Я думаю, что в споре действительно можно найти истину, если вести этот спор по определенным правилам. Но это не противоречит тому, что говорил Павел. Павел же не говорил о том, апостол Павел, что в спорах нельзя найти истину. Павел говорил о том, что у нас нет обычаев спорить. А почему он так говорил? Я думаю, вот почему. Что спор, настоящий спор, это искусство. Вообще диалог, монолог тоже ораторское искусство. Есть такой предмет, ораторское искусство. Да? Есть искусство монолога, проповедник, да, когда говорит, или оратор. Есть искусство ведения беседы. Но не всякая беседа – спор, да? И вот есть искусство спора. Но дело в том, что, вот насколько я могу судить, мало кто этим искусством владеет. В частности, о себе я не могу сказать, что я владею искусством спора. Хотя я даже книгу написал на эту тему. Но это очень тонкое и сложное искусство на самом деле. И тут нужно понимать некоторые законы. Я хочу с вами поделиться сейчас этими законами. Если человек игнорирует эти законы искусства спора, то спор перестает быть конструктивным. Спор вырождается в драчку со взаимными оскорблениями и к разрушению отношений. Сколько друзей поругалось в спорах, не найдя консенсуса в спорах. И действительно, очень трудно порой найти консенсус, найти согласие. И это связано со многими причинами. Потому что люди спорят прежде всего с разными мотивами, скажем так. Мотив – это движущая сила поступка. Вот почему один человек помогает другому бескорыстно, с бескорыстных мотивов, просто потому, что у него доброе сердце. А другой человек помогает другому, то же самое делает, но с мотивами корыстного, надеясь от этого человека получить мзду. Да? Вот разные мотивы. Одно и то же действие, но мотивы разные. Вот так же в споре. Люди вступают в спор с разными мотивами. Кто-то хочет самоутвердиться в споре. Доказать свою правоту, доказать то, что он лучше собеседника, он больше знает. Как правило, вот этот мотив главенствующий в споре. Но с таким мотивом и с такими мотивами в спор христиане не вступают. Не нужно вступать в спор, потому что не имеет значения в данном случае предмет спора, а имеет значение только то, что один человек будет возвышаться над другим. Вот ради чего этот спор. Хотя порой ты слышишь спор, порой ты сам в нем участвуешь, и ты думаешь, что вот речь идет о таком-то предмете, а на самом деле, поистине, этот спор ведется совершенно неважно, не для того, чтобы доказать истину, а для того, чтобы один человек возвысился и доказал свое превосходящее положение на других. Я умнее, я лучше, осведомлен. Как правило, это вот такой мотив.
Поэтому, друзья, если вы вступили в спор, прежде всего вы должны сделать две вещи. Первое. Вы должны испытать противника, испытать себя. Ну, испытать себя, а какой у меня мотив? А для чего? Задать себе вопрос. А для чего я вступаю в этот спор? Постараться это сделать беспристрастно. Может, я действительно хочу самоутвердиться. Хочу, меня на спор толкает мое эго. И когда вы это увидите, то действительно нужно заканчивать его. Потому что этот мотив не истинный. Кто возвышает сам себя, говорит Библия, будет унижен. Ну, вам нужно унижение. Вам нужно возвыситься над кем-то другим и в своих собственных глазах поднять свой авторитет. Но это, ей-богу, это недостойная цель. Недостойная цель. Поэтому определите себя, с чего я, какой у меня мотив. Но это надо сделать во вторую очередь. Вот я делаю это, как правило, во вторую очередь. В первую очередь я смотрю на своего собеседника. Я испытываю его. На какой предмет? Насколько он адекватен? Насколько, пытаясь понять его мотивы спора. Но главное, на что я вначале обращаю внимание, как он относится к моим словам, к моим аргументам. Ведь что такое спор в чистом виде? Спор – это обмен аргументами. Обмен аргументами. Аргумент – это доказательство. Вот два человека спорят. Один говорит, земля круглая, второй, ну, к примеру, земля плоская. Почему ты так думаешь? Один говорит, вот такой-то аргумент, вот я иду, все время иду, и горизонт отдаляется, отдаляется, отдаляется. Я никогда не могу дойти до конца, все время я могу прийти в одно и то же место. Допустим, аргумент такой. У плосковика другой аргумент. Вот. И нужно слушать аргументы, и нужно уметь оценивать эти аргументы. То есть аргументы есть слабенькие, есть сильные. Человек, который не может оценить ценность аргумента, он не может спорить. Ты ему можешь десятки аргументов, самых сильных давать, но если он не способен услышать твои аргументы, с ним бесполезно спорить, он будет стоять на своем. Он просто не умеет это делать. Но это все равно, представляете, вот вы стреляете в тире в мишень, рядом с вами ваш соперник, он тоже мешает, стреляет в мишень. Вы точенько попадаете в яблочко, а он стреляет с автомата везде, все покромсал там, в молоко попал, и говорит, а я лучше, я все равно лучше стреляю, чем ты. Ну это глупо, понимаете? Это разные вообще задачи. Спор с такими людьми не ведут. То есть, прежде чем вести спор, вы должны убедиться, что человек, во-первых, адекватен. Он вас слышит. Он вас слышит. Во-вторых, он способен оценить аргументы. Часто бывает так, что вы вступаете в спор, вы что-то говорите, вот у меня такое было, вы говорите, а ваш оппонент вас не слышит. Он хочет сам выговориться. Естественно, что глупо в такой ситуации спорить с ним. Надо просто дать ему возможность высказаться, а самому потом отойти в сторону. Вести спор с таким человеком, который не умеет слушать, терять время даром, это бесполезно. Еще что нужно знать. Часто люди ведут спор, спорят не с аргументами. Вот аргументы, доказательства – это сфера ума.
сфера ума. Да? Вы пытаетесь доказать своему оппоненту что-то в сфере ума, а оппонент ваш никак не соглашается с вами, но пытается вам навязать свое. А чего это бывает? Потому что часто люди спорят не аргументами, а убеждениями или переубеждениями. Вот я убежден в том, что Земля круглая, кто-то убежден в том, что Земля плоская. Один, я говорю аргументы, а человек не слышит аргументы, продолжает меня убеждать, что Земля плоская. Например, да? Ты видишь, что он не слышит аргументы. Это значит, что он ведет спор не аргументами, а убеждениями. А что такое убеждение, друзья? Убеждение – это не сфера ума, в отличие от аргумента, доказательства. Убеждение – это сфера духа. Вот там, где вы видите, что вы ведете спор, вы видите с убеждением противника, оппонента, тут же заканчиваете, тут же моментально заканчиваете спор. Почему? Потому что ум никогда не победит дух. Аргументы ума никогда не победят аргументы духа, аргументы веры. Тут вы имеете дело с духовной твердыней человека, его убеждения или предубеждения. Что такое вообще предубеждение? Это предварительное убеждение. Вы не знаете предмета, ну, к примеру, вы не столкнулись с человеком, но вы услышали об каком-то человеке много плохого. И у вас уже о нем сложилось предубеждение, что он плохой человек. И даже он, когда встретитесь с этим человеком, поговорите, вам будет трудно избавиться от своего предубеждения, потому что оно уже сложилось. Человек вам ничего плохого не сделал, вы просто услышали. И вы уже решили, уверовали в то, что вы знаете этого человека. А на деле он может быть хороший, но ему нужно будет потратить много сил, чтобы доказать обратное, если он захочет это делать, что он не такой плохой. Вот такое предубеждение. Предварительное убеждение. И аргументы тут не действуют. Потому что человек уже уверовал в это. Это духовная твердыня. Вот почему большинство споров, то, что я вижу в Фейсбуке, в интернете, они ничем не оканчиваются. То есть зрители, спорящие, расходятся после споров неизмененные с тем, что имели, убежденные в своей правоте, да еще и наговорившие друг другу бывает и гадости. Они спорили не аргументами, они спорили убеждениями своими. Они пытались друг друга переделать. Но это невозможно. В Библии есть такие слова: если Бог не откроет, то никто не откроет. Если Бог не закроет, то никто не закроет. То есть такому человеку нужно на уровне убеждения, на уровне духа получить откровение или чтобы что-то с ним, какое-то потрясение произошло. Вот сколько я уже говорил о том, к примеру, я спорил со своими близкими друзьями, с евреями, иноплеменниками, не евреями, на тему того, что есть ли на Украине фашизм. Я не смог убедить ни одного человека. Да, плоскоземельцы глубоко сидят в своей ереси, да. То же самое, не только плоскоземельцев касается. Люди глубоко сидят в своих заблуждениях, глубоко. Вот сколько я не спорил, мне не удалось переспорить ни одного человека по поводу того, что на Украине есть фашизм. Я приводил им железные доводы, аргументы. Но все бесполезно. Почему? Потому что аргументы тут не действуют.
Тут мы имеем дело с верой человека. Вы понимаете? А над верой вы не властны. Над его верой. Вообще не надо никого заставлять ничему. Вот поэтому первое, что я делаю, я в споре, когда возникает спор, я смотрю, слышит ли меня оппонент, адекватен ли он вообще, как он воспринимает аргументы. Если он начинает мне возражать, но не на мой аргумент, а какой-то свой, я вижу, что он меня не слышит. Я вижу, что сейчас не будет столкновения двух аргументов и выяснения, чей аргумент ценнее. Понимаете, спор – это весьма узкий, скажем так, род общения, вид общения. И он должен знать свое место. Спор – занимать свое место. Полезен только тогда, когда у людей, у спорящих, правильная мотивация. А какая правильная мотивация спора? Найти истину. Не доказать свою правоту и неправоту оппонента, а найти истину. Вот если вы с таким подходом вступаете в спор, я хочу найти истину. Вы не будете категоричны, вы будете внимательно слушать оппонента. И если оппонент будет прав, вы ему скажете: да, ты здесь прав. Потому что вам важнее, как на самом деле, истина. Вот с таким мотивом нужно. Итак, мотив. Если правильный мотив, если твой оппонент адекватен, то есть он способен слышать аргументы, отвечать на аргументы, и он способен оценить, какой аргумент слабее, какой сильнее, сила аргумента, и способен согласиться с тем, что порой не его аргументы сильнее оппонента, вот только в таких случаях возможно, есть смысл продолжать спор, дискуссию, скажем так. А вообще, как правило, умные люди как поступают? Они говорят свою точку зрения. Потом они слышат противоположную. Либо сначала они слышат противоположную какую-то точку зрения, с которой они соглашаются. Потом они говорят свою точку зрения. И если начинает возникать спор, они просто отходят. Вот я много раз замечал, вот это самое разумное поведение. Они предпочитают, они высказались. А дальше уже как Бог даст. Если у человека есть ум, есть слух, если он захочет прислушаться, он прислушается. Не захочет, это его выбор. Это его право. Но если вы начнете вести спор не аргументов, а убеждений, то это ничем хорошим не кончится. А скорее всего, вы только разругаетесь с оппонентом, либо даже если вы не поругаетесь с ним, вы расстанетесь с ним в огорчении, и вы не захотите больше с ним иметь дело. И хорошо, если это случайный человек, а если это ваш член, допустим, вашей общины, либо член вашей молитвенной команды, а вы с ним уже поспорили, и у вас к нему уже выстроилась стена, как к человеку чуждому, несогласному с вами. Вот почему Павел говорит, что у нас нет нужды обычая спорить. Ты сказал свое мнение, выслушал другого. Достаточно. Разномыслие – это неплохо, друзья. Если вы в чем-то не согласны, вы можете общаться дальше. Даже в принципиальнейших вопросах. Даже в принципиальнейших вопросах. Вот у меня есть знакомые, которые расходятся со мной в оценке событий на Украине. Но они ведут себя мудро. Они не лезут в спор со мной. Они отстраняют это. Они говорят, типа, мы не будем с ним об этом говорить. У нас разные точки зрения. Но мы не хотим наши отношения
прерывать, и мы не хотим, чтобы наши отношения портились из-за нашего несогласия. Вот так, я думаю, поступают мудрые люди. Вот так должны были вести себя, как минимум так должны были вести себя христиане Украины и России в этой войне. У украинцев, допустим, такой подход: Россия напала, Россия агрессор, Россия не права. У россиян, у многих, другой подход. Россия в этой войне играет на стороне справедливости. Она выступает против фашизма. Но мудрые люди, которые поставили бы выше единство церкви, допустим, единство, ценность другого человека, ценность общения, они бы не педалировали этот вопрос. Они бы просто оставили, отложили бы его в сторону. Другое дело, если бы с обоих сторон было бы мотивация найти истину. Ну, я не встречал, честно говоря, такого. Ну, допустим, если бы нашлись люди, которые хотели бы найти истину в этом вопросе, тогда они могли бы спорить, дискутировать. Я бы сказал, дискутировать. Они внимательно слушали оппонента, все его доводы, а потом в тайной комнате, в молитве, обратились к Богу с просьбой, чтобы Бог сам показал, где истина, а где ложь. Но много вы знаете такого? Много вы видели таких примеров? Нет. Потому что люди, как я говорил, уже спорят на уровне убеждений. Вот я убежден, что Россия агрессор, к примеру. Кто-то убежден. А я убежден, что Россия освободитель. Все это убеждение, друзья. Это убеждение. А там, где убеждение, спорить не нужно. Нужно помолиться, благословить этого человека, попросить, чтобы Бог ему открыл. Но спорить об этом не нужно. В спорах, понимаете, очень, очень важно хранить мир. Потому что там, где теряется мир, там, где вас захватывают эмоции, вы уже ни о чем другом не думаете, о том, как бы победить своего соперника. Вас уже истина не интересует, как правило. Уже пошла драчка, рубка пошла. Поэтому, друзья, я бы не посоветовал вам спорить. Либо учиться спорить вот по этим критериям, о которых я вам сказал. Следить за собой, за своей мотивацией и смотреть на адекватность оппонента. Сразу определять адекватность, стоит продолжать спор, интересует ли этого человека истина, либо этот человек просто хочет доказать тебе свое убеждение. Мы не должны забывать о том, что существует истина независимо от нас всех. Существует Бог. Вот Он всегда прав. На Его стороне истина. И мы призваны познавать эту истину. И по возможности, да, нести ее в свет. Но не путем давления и насилия. Да? Надо всегда соблюдать принцип свободной воли человека, что человек волен либо принимать ваши слова, либо отбрасывать. Не надо впихивать прикладом истину ему в глотку. Это не война. А если это и духовная война, то она действует по своим законам. Сначала вы должны смириться перед Богом, потом противостать дьяволу. И тогда он убежит от вас.
То есть без Бога вы в данном случае в споре не победите. А чтобы привлечь Бога на свою сторону, вам нужно прежде всего смириться с Богом, с Его волей. А какова Его воля в этом споре? Вы спросите. Вот у вас возникает спор: «Господи, а какова Твоя воля? Хочешь ли Ты, чтобы я этот спор продолжал или продолжала?» И думаю, что чаще всего Бог скажет: «Не надо, отойди». Или переведи разговор в другое русло. Уведи его от ситуации спора. Ведь можно же просто обмениваться мнениями. Можно просто беседовать. Вот вы знаете, я сейчас, одна из моих работ, я ухаживаю за пожилыми людьми. Вот мы часто на прогулках выходим с одним моим подопечным, пожилым человеком. Ему 87 лет. И мы нередко спорим о чем-то. И вот я вижу, что человек уже завелся. И все, я уже чувствую: нет, дальше продолжать не надо. Я просто стараюсь мягко перевести разговор на другую тему. И он успокаивается. И человек успокаивается. И мы продолжаем общаться. А потом эта же тема всплывает в другом ракурсе, и мы ее спокойно решаем на каких-то других примерах, уже в спокойном духе совершенно, в духе мира. Не забываем, что общение нам нужно для взаимного созидания. То есть общение должно происходить в любви. Это значит, мы принимаем человека таким, какой он есть, даже если мы с ним не согласны. Вот это главное. Сначала создать с человеком платформу мира, доверия. А потом, когда уже эта платформа есть, уже можно начинать немножко обличать его, если есть за что. И бросать какие-то провокационные темы. Потому что спор иногда... В чем хорош спор? Спор может дать две разные позиции, взгляда на один и тот же предмет и заставить задуматься. Заставить человека, ну как заставить, не буквально, а дать возможность человеку посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. И, возможно, он сначала так с вами это и не согласится, а потом, оставшись один, он подзадумает: да, действительно. А вот с этой точки зрения, с другой, оказывается, видно совсем иное. Открывается другая картина. Ну, мы, друзья, ученики, и мы, конечно же, учимся, в том числе и искусству спорить, и искусству уходить от спора, и, одним словом, искусство общения. Мы учимся искусству общения. Бог нас учит. Если мы желаем учиться у Бога, если мы просим у Бога, чтобы Он нас учил, то Бог нас учит. На этом я сегодняшнее общение закончу. Мне нужно уже собираться на работу. Спасибо вам за внимание. И благословит вас, пусть благословит вас Господь. Аминь.